Заметенный снегом свежие отпечатки белки. Разобраться в этих следах, оставленных местными обитателями на последнем снеге, может только специалист, который читает их словно карту. Здесь пробежала белка, здесь прошел изюбрь. В этом месте в поисках пищи мигрировали кабаны. Но самая большая удача на белоснежном покрывале – найти отпечаток лап тигра. Какое-то время перед снегопадом здесь мы видим очень много кабаньих троп натоптанных. И в том числе вот след тигры шла в ту сторону до снегопада еще. Видно, что перешла ниже лапу, поставила дальше и пошла за дерево туда. То, что это следы именно Илоны, ученые определяют сразу. У самки он характерный и неповторимый, как отпечаток пальца человека. У нее характерный по ширине примерно отпечаток, то есть это лапы около 9 сантиметров. Вот, у самцов у всех значительно крупнее, а так как мы знаем, что других самок у нас тут нет, то, соответственно, когда мы видим след тигриный такого размера, можно твердо быть уверенным, что это именно Илона. Пути перемещения Илоны ученые изучают не только по следам, но и со снимков с фотоловушек. По всему Хинганскому заповеднику их расставлено несколько десятков. Каждый месяц расположение камер приходится менять. Тигрица на одном месте не задерживается, а постоянно ищет новые точки для пропитания. Здесь стоит пир, датчик так называемый, то есть инфраред. И как только объект, отличающийся по температуре от окружающей среды, у нас пройдет мимо этого датчика, если крупный объект, такой как кабан или человек, или собака, то там и с расстояния до 10-15 метров. Ареал обитания Илоны около 40 тысяч гектаров заповедника. Почти треть всей охраняемой территории. Кстати, у самцов эта площадь, как правило, значительно больше. Покидать свои владения тигрица, как видно, не собирается. Ученые регулярно находят места ее лежбищ и приема пищи. В этом году популяция кабана, изюбря и косули увеличилась. А значит, голодать хищнице не приходится. За одну зиму, как подсчитали охотоведы, она добывает до 20 диких свиней. Не отказывается и от другой живности. Каждую зиму именно на этом участке практически регулярно и видят тигриные следы. Дело в том, что сейчас мы находимся над железной дорогой, точнее стоим на самой вершине Таркманчуканского туннеля. И именно этот участок самый безопасный для того, чтобы тигр мог совершенно свободно обходить свои охотничьи угодья. Встречи с человеком Илона старательно избегает, практически не выходит к федеральной трассе или железной дороге. Старательно прячется и от фотоловушек. Как рассказывает старший научный сотрудник Хинганского заповедника Алексей Иванов, за 2 года вживую тигрицу они не видели ни разу, а вот она за ними наблюдает регулярно. Увидели по следующему сигналу со спутника, что как раз в это же время, когда мы рассматривали добытого кабана, она находилась 200 метров на противоположном склоне вот этого ручья. То есть вот она рассматривала, как мы, рассматривала в этот момент нас. Но ничего не предприняла, хотя мы фактически на ее добыче находились. Если с кормовой базой для Илоны в этом заповеднике все нормально, то с женихами проблема. Тигры Боря и Кузя, выпущенные в Амурской области президентом России Путиным, сменили место проживания. Кузя ушел в неизвестном направлении, а Бориса вернули обратно в Приморский центр реабилитации. Слишком часто животное выходило к людям. Сотрудники Хинганского заповедника надеются, что из этого же центра будущей весной в область привезут нового самца и выпустят его в дикую природу. По крайней мере, переговоры об этом ведутся. Сейчас еще идет выбор места. Если это будет даже в Юрейске, то относительно недалеко от нас. И, то есть вполне вероятно, что этот самец будет дотягиваться и до участка обитания Илоны. То есть, но Илона сама тоже не сидит и не ждет у моря погоды. Она совершает достаточно большие дальние выходы за территорию заповедника в поисках, можно так сказать, жениха. Ученые не исключают, что свою вторую половинку Илона найдет и без помощи человека. Пускай редко, но дикие тигры все-таки заходят в Амурскую область. Не исключено, что после очередного такого визита в Хинганском заповеднике будет пополнение краснокнижных хищников. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал.